Бортенко и Томас Бенд. Давайте что-нибудь сыграем. Гуляет мой день. Мне тебя не жаль, мне еще дофига. У меня с утра депрессивная лень. На пороге мысли не спешат заходить. Нечего им делать в дурной голове. Завалилось время с весны на бекрень. У меня с утра депрессивная лень. Где мой волшебный джин-джан? Тут, где мои прежние вы? Сяду, закурю золотую стрелу. Улыбнется солнце опять, как всегда. Мы друг другу рады, оно я и тень. У меня с утра депрессивная лень. Солнце улыбается, как и вчера. В суицидных шортах гуляет мой день. Мне тебя не жаль, мне еще дофига. У меня с утра депрессивная лень. Где мой волшебный джин-джан? Тю, где мои прежние вы? Тю, голос безмолвствует в такт. Музыка на Радио 1. Саша Самойленко и Томас Бенд сегодня в гостях в программе «Полутона». Вот именно так начали они со своей же собственной классики. Именно так, на мой взгляд, и должна, в принципе, звучать рок-музыка на русском языке. К тому же акустическая музыка на языке русском.